чем больше внимания вы отдадите практике, тем больше практика потом вам даст этой энергии и зарядит вас по полной. Ладно. Поговорили и начали. Встали, расслабились. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Все, это был разминочный круг. А теперь сделаем круг на в каждой позиции, будем задерживаться на 3 дыхания. Где позиция односторонняя, будем дышать 6 раз. Ох, птичка сегодня гостит. Или вернее, я нахожусь в том же месте, и она сюда прилетела. И так довольно шумно кричит. Даже, видимо, 2. Наверное, у них какие-то брачные игры. Ладно, мы продолжим. Иначе тут останавливаться нельзя. Комарики просто атакуют. Встали ровно. Присели. Ногу выставили, левую вперед, правую назад. Вдох. Выдох, выставь позицию. Дышим. 3 дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ногу, пятку тянем немножко назад. Руки вперед. Вдох. Выдох. Опустили руку. Пальцы в сторону. Рука прямая. Она становится напротив опорной ноги передней как раз. Вдох. Поворачиваемся. Выдох. И дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, разворачиваемся, опираемся на коленку, ногу подставляем, и вот мы стоим в третьей позиции, руку выводим и вытягиваем, и за ней вторую добавляем, и стоим, дышим, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опускаемся. Хорошо. Переднюю ногу убираем назад. Немножко перетопчемся.
И теперь правая нога ушла вперед. А левая сзади прямая. Вытянули корпус. Вытянули руки и стоим, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Стараемся дышать ровно. Вдох. Выдох. И насколько это у вас получается глубоко. Ставим руку в опору, пальцы в сторону. Поворачиваем корпус. И за корпусом у нас рука. Оп, и уходит вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И третий вдох. Выдох. Прекрасно. Руку опускаем. Поставили на колено. Заднюю ногу подставили в линию с передней. Вытягиваем. Продолжаем ногу по дуге. Добавляем руку и дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третий вдох. Выдох. Хорошо, возвращаем ногу. Немножко перемялись. И таким образом подходим к себе, плавно переходя в такой наклон. Поднялись. И теперь поднимаем ногу. Вдох. Выдох. Ловим баланс. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сутулимся, спина ровная. Поставили ногу. Опустились. На руки оперлись. И эту же ногу поднимаем вверх. Держим ее ровную. Поймали баланс. Теперь добавляем руки. И стараемся выстроить в линию наше тело. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили. Хорошо. Поднялись. И то же самое со второй ногой. Вдох. Выдох. Подняли ногу. Стоим, дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Плечи назад. Выдох. Третий вдох. Выдох. Опустили, поставили ногу, центр тяжести на обе ноги. Ушли в складку, опустили, оперлись на пальцы рук. И ногу вывели теперь назад, прямой. Сделали вдох и с выдохом вытянули руки вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И тут можно не вставать с этого же положения. Уходим в стульчик. Будем делать 6 раз. Вверх-вниз, подъемы на носки. Начали. Раз, два. И болтаемся, стараемся делать плавно, с полным контролем ваших движений. 4, 5, 6.
И отсюда же, не выходя, вытягиваем теперь руки вперед, делаем вдох, выдох, ушли на носочки, и тут дышим 6 дыханий, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, 3, выдох, 4, 5, вдох, 6, выдох, опускаемся не спеша, и также не спеша поднимаемся. Наверху сделали глубокий вдох, небольшая задержка дыхания, и выдохнули. Просто расслабив легкие, отпустили, выдох. Еще один вдох и выдох. Фух. Все, практика закончена. И снова просветлело в голове, как и с утра, когда выполнял. Так что рекомендую. И довольно-таки вспотел. А это значит, что активность комаров вокруг меня повысится в разы. Так что, люди, друзья, тренируйтесь. Осваивайте что-нибудь новое. Пробуйте. Куда вы знаете, может вам понравится. И вы заинтересуетесь, и дальше будете, а вот это что, а вот это что, о, вот это так действует, о, вот это так. О, смотри, а я еще и так могу. Ну, это лично у меня так проснулся интерес к йоге и практикам йоги. Ну, конечно же, эффект после практик. Как это сказать? Склонил чашу весов в сторону того, чтобы я более глубоко занялся. Ну и вообще там йога это стала. Частью моей жизни. Все, я еще немножко послушаю тут звуки леса, и не только. Будь добру. Всем удачи, мирного неба. До новых встреч. Пока.